Быть одесситом значит всегда быть в центре внимания, внедрять реформы и создавать будущее. Создавать прорыв в мир инноваций и диктовать моду. Это город для динамичных людей и успешных предпринимателей. Быть одесситом значит иметь душу, которая всегда поет и шутит. Одесситом надо не быть какими-то обладать качествами, им надо родиться. Потому что это такой город, его невозможно не любить. Здесь ну, просто ходишь и наслаждаешься тому, что ты есть. Я был во многих городах, такого нигде не встретишь. Я горжусь тем, что я здесь. Это чувство юмора имеется. Это идти навстречу любому человеку, чтобы не спросил, все объяснить, показать, рассказать. У нас очень доброжелательный народ. В общем, именно одесситы. Ну, я не знаю, это что-то особенное. Я была в других городах, вот была в Харькове, Киеве, была в Ужгороде, Львове. Нет, народ неконтактный. Я не говорю плохой, но как-то чураются. А у нас, спроси, у кого угодно вас проведут, еще и накормят, и напоят. Это очень широкое понятие. Ну, в любом случае, я могу сказать одно, что все одесситы, они отличаются от других людей. Вот сколько я был в разных городах Украины, там Львов, Киев, Днепропетровск, но одесситы, они как-то добрее. Ну, не знаю, быть одесситом – это быть добрее, быть доброжелательным, всегда улыбаться в солнечной погоде, идти дальше по жизни с радостью и с улыбкой. Иметь чувство юмора в первую очередь. Радоваться жизни, морю, всему, что нас окружает. У нас очень красивый город. Жизни радостной, увлеченной, любить жизнь, смеяться. В общем, радоваться жизни – это настоящая одесситка. Это быть всегда в хорошем настроении и никогда не терять... Оптимист, бодрость духа. Ну, обладать чувством юмора и внутренней свободой. Добрая однозначно, очень отзывчивая, но хитрая. Ну, нужно любить свой город, быть веселым. Значит, всегда улыбаться. Знаете, в Одессе главное – это юмор. Быть юморным человеком и относиться ко всему хорошо. И если кто-то задевает это чувство, то, конечно, за... Одесу, как за родину свою, за Україну, готові многое дати. Бути одеситом, звісно, як місто, як кажуть, гумора, то жарти всі мають розуміти. Тобто одесити розуміють жарти. Так що, бо буває приїжджі наших жартів не завжди розуміють, то вже окрема історія. А от справді, от, що мені подобається в нашій Одесі, що в наших людях подобається, можливо, це накладується те, що у нас курортне місто. Ми ходимо і посміхаємося, підморгуємо один одному. Тобто ми спілкуємося, нам не потрібно знати один одного. Ми все одна велика сім'я. Шкода, можливо, там політика нас трошечки десь намагається роз'єднати, але сподіваюся, ми це переживемо і поборемо. І будемо далі всім посміхатися, будемо ввічливими, вихованими, класними людьми, котрі вміють жартувати, котрі вміють веселитися, відпочивати і радіти життю. От саме от такими одесити.